5 миллиметров вот здесь получили. Не острый перед. Да, это те 214, видишь? Это тот раз, последний раз с тобой думал. А, это Сурман. Ротыша. Скорой. Я устал, капец уже. Чего ничего не охота. Женя все пилит, он не устает. Сюда, сюда ногой прошел, только что варил здесь. Ах, сука. На 12? Да, с половиной. На 12 с половиной, да. Я говорю, деньги считаем. Вот такая получилась хорошая верхняя чашка амортизатора с направляшкой под пружину. Женька молодец все-таки. Красиво заварил. А тут внутри еще тоже красиво заварил. Это уже сложнее. Усиленная, короче. Примерно на 5 тонн. Это крылья. Да, я написала. Да. А это вот я сейчас желтенькую делаю. Для байкера. Да. Он желтее получается. Да. А это прямо, да. Прям вообще красивый цвет. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. Это у нас здесь подвор. Это брызгалка печка. Это не знаю что. И заливают в баллоны сразу. Вообще красавцы. Ну, я там добавила еще позеленее, потому что по-другому не получится. Не, ну она же флюоресцент. А здесь она, смотрите, вы уже подкрашивали. Она, видите, как отличается здесь. Вот, ну, так, да, вот, да. Она неравномерно, да, выгорает. А вот здесь. Она и такая не получится прям. Подходит? А вот отсюда подходит? Не, а это не та. Смотрите, поверните, как было. Не, на, вот уголок на меня. А, вот так, да, 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 да. Вот, вот, вот так вообще подходит. Да, вот так, да. Но это не она. А так она темнее. Это вот. А это вот. Вот ее мы максимально подбирали, вот, подбирали, да, да, да. Конечно, она такая. Эту не смогли подобрать вообще. А? Никто не может, потому что это флюорокраска, да, в, да, порошке. Да, да. Она была вот такая, вот, вот такая. Да, и она выгорела. Обалдеть. И она выгорела вот в такую. За год выгорела. Это порошок в лаке. Да, конечно, она поэтому. Поэтому неудивительно, что никто из маляров не может подобрать. А то мне скучно же стало. Ну да, сложная у вас работа. Ну, очень. Все на глаз, да? Спектрометра нету. Чуть-чуть желтенького, чуть-чуть одуванчиков. У вас свои названия. Чуть одуванчиков. И пальчик мертвеца. Давайте. Сейчас мы зелье тут намутим. А он такой цвет, потом темный, да? Это так и называется, да? Фу туда, и все, и готово. Святой воды еще надо. Не, святая вода тут не поможет. Не чисто все от дьявола. Ну вот все равно еще цвета не хватает. Да, еще зелененького. Темно-зеленый. Это как раз травянистый. А как вы понимаете, сколько надо чего добавить? Да уже работаем-то столько. Не живот, видите, я вот уже делала кому-то рецепт. Ну вот просто нашла приблизительную, и вот с нее и ту, и эту сделала. Это, может, и мой цвет. Нет, нет, это другая. Это мужчина на тракторе пришел. Все, я пошел осознать. У меня цвет, как у трактора, в общем-то. Обрадовала. Если будете баллончик держать близко и напылять жирно, цвет будет ярким. А вам надо наоборот, он у вас как не прокрашен, вам подальше баллончик. Ну да, да, потому что там прозрачный лак. И вот это не подберется. На белый грунт, правильно? Да, 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 да. Если вы еще его и не прокроете, вот у вас и должно получиться. Ну я понял, да. Все, готово, 4 баллона. Да. И рецепт. Ну все, сейчас закрашу субаря, как собаку, со всех сторон. Ну конечно, через белый грунт. Потому что у меня вот такие места надо красить, такие места. Все надо красить. Красить всю машину буду, наверное, на следующий год уже. Полной разборкой и переваркой задних арок. Вот баллончик берем. Угу.
у нас вот она втулочка такая, видите, специально. Вот она вставляется. Втулочка вставляется. Ага. Баллон сюда. И все, и автоматом она закачивает на брызг. Пальцы не сывать. Понял. А то прищемит. Да, я сломала. Да вы что, прямо вот здесь вот? Да. А, палец засунули, нажали и сломали? Да. Вот сюда? Да. Вот сюда, в эту дырку, да? Нет. Я просто вытирала и нож. Вот так пальцы сломала. Офигеть. Так не делай. Понятно. То есть вы заливаете 100 грамм, да. Там уже находится газ, да. Еще и разбавитель и отвердитель. Ну да. Поэтому заливается всего 100 грамм, ну, остальное там уже есть. Да, 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 вы его стряхиваете, вот этот газ он его выталкивает, угу. И все там есть. Все, я понял. И поэтому... Так, амортизатор с пружиной собран. Выглядит вот так вот, красиво. Тут усиленная чашка, проваренная. Тут пока на силовом хомуте. Должен выдержать. Если не выдержит, будем делать втулку здесь с резьбой, с гайками. В общем, получился вот такой красавчик. Погнали делать второй. Забиваем туда кольцо от подшипника. Диаметр у них совпадает. Просто есть маленькая сварка, когда технологический шов. Когда варили амортизатор, он немножко не проходит. Все, упали. Сверху одеваем силовой хомут. Подтягиваем. Так, маленько поцарапалась красочка. Переворачиваем и одеваем. Да блин, говно какое играет, а. И одеваем, не одевается. Это все из-за этой музыки, которая проезжает. Надо было сначала пружину, а потом этот, твою дивизию. А нет, я придумал как. Мы вот эту открутим. Вытянем маленько его. Оп, и эту верхнюю цангу собьем сюда. Она съемная. Все, сбил. Втулочка, два кольца. И теперь одеваем сюда пружину. Оп, пружина на 47, внутренний. Амортизатор на 45. Да, на 45. Вытягиваем. И одеваем чашку. Будем ее усиливать кольцом еще. Вот таким из... неизвестного инопланетного сплава, который искрится и оставляет белый налет. Все как после него, как в муке. То есть это будет вот так. Сюда усиленная пластина вот эта, вточенная, потом чашка, потом усилительная шайба, потом втулочка, потом гайка. В общем, все надо красиво сварить, как на прошлом амортизаторе. И все. Вот такая конструкция. Амортизатор от Нивы, пружина от мотоцикла Урал. И у меня есть еще одна втулочка последующая. Третий амортизатор и молоток. Открываем, болтаем. И на закате поехали поливать. То, что у меня здесь все подралось. Все заклеил как надо. Тут было красиво. Хорошо подобрал окраску, молодец она вообще. Ништяк просто. Даже крючок там закрасил. Огонь! Вот все в таких коцках, ну здесь понятно, трещина шита, все в таких коцках здесь вот, сейчас все закрасим. Немножко обновим, так сказать, машинку. В общем, успел закрасить практически все коцки вот так вот, но этих баллонов очень большой недостаток. Краски там еще, судя по всему, около половины фактически, а они уже начинают брызгать вот так вот, каплями. В заготовку с газом. Сольем из этих и зальем в один баллон из этих двух. Получится еще один баллон на подкраску. Ну, на тот случай, вдруг я куда-нибудь въебусь. Крючки снова покрасил в черный и снова немножко в зеленый. Ну, в общем, теперь лучше. Прямо значительно. Я даже муху прикрасил. Ты молодец. Все, отодрал скотч. Терящий огонь. То есть они перестают брызгать, потому что забивается головка. Да, не да, потому да, что газ кончается, а просто головка забивается. Потому что быстро сильно сохнет, правильно? Да, все правильно, все правильно. Том подумать, а. А там осталось примерно еще, да, по пол баллона осталось. Я, это, знаете, вообще как, я дома же пользуюсь баллончиками, я эти беру, я там, это, у меня железяки крашу там всякие. Я их, короче, просто шприцом с растворителем потом раз. А, смываете и все. Да, и все, и они у меня работают. По полгода, говорит, работает. Все, и он забрызгал. Вот так вот. Дай бог, трубки не надо приваривать. Нет, не надо. Красиво.
так сделать? Да, да. Поставил цилиндр, ставим раму. Попадаем опять в эти болты. Мне это начинает уже нравиться.